А ты откуда сам? Из Баку, Азербайджан. Распространены кадры азербайджанца, воюющего в составе вооруженных сил Украины против российских оккупантов. На кадрах, опубликованных в телеграм-каналах, азербайджанский боец по имени Рияд сообщил, что он 6 лет живет в Украине, считает ее своей второй родиной и, несмотря на возможность уехать, решил остаться и воевать против оккупантов. А почему ты в Украине? Ну, я тут 6 лет примерно живу. Ну, это как моя вторая родина теперь уже. И почему ты решил пойти воевать? Ты же мог уехать. Мог, да. Не знаю. Не, не мог. Хотя были предложения эвакуироваться, не знаю. Как бы я сидел дома и смотрел по телевизору, что это происходит. Кем бы я потом был, если я тут столько лет прожил. Не мое. Спасибо. Конечно.